Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, любители крепких эпатажных форм от Cold Steel. Сегодня у нас на таком экспресс-обзоре снова, минутном, скорее даже, описании и первые впечатления от ножа Cold Steel Spartan. Ну, достал я этот нож с коробки, и, конечно же, первое, что промелькнуло у меня в голове, как и у многих, фраза что-нибудь типа «Офигеть! Вот это да!» И действительно, это, наверное, самое важное, что есть в этом ноже. Это та эмоция, которую он сходу вызывает, которую он сходу рождает в вашем больном ножеманском мозгу. В нем, конечно же, сразу видна форма какого-то древнегреческого меча. Возможно, чуть-чуть какая-то персидская форма. Но это такая откровенно какая-то античная стилистика. И, конечно, античная стилистика всегда интересна в ножах, потому что именно тогда ножи использовались по своему прямому назначению. Тогда люди не подрезали ниточки на одежде, не резали помидорки у себя на кафельной кухне. Тогда люди с помощью ножей выживали, завоевывали, делали открытия. Нож в руке очень дебелый, вы прям чувствуете всю его мощь. При своих размерах он, конечно же, тяжеловат. И в этом, на удивление, тоже плюс этого ножа. Все говорит о его такой запредельной надежности. На сайте Cold Steel можно посмотреть, как там издеваться над этим ножом. Он проходит просто невероятные тесты, выдерживает такие нагрузки, что сложно поверить, что это действительно правда. Подвешивают груз там массой за 200 кг, пробивают всякие кольчуги, в общем... Кому интересно, и если вы еще не смотрели, очень рекомендую посмотреть. Лайнеры стальные вдоль всей плашки рукояти. Никаких облегчений, никаких изяществ в конструктиве. Такой мощный, крепкий брутал. Плюс это мощная G10, мощнейший триадлок и такой же под стать ему клинок. Грин клинка, тут уж, наверное, все видели на картинках, что такое Спартан. Я небольшой любитель рекурв, но должен признать, что в этом ноже это все очень в тему. И сделано оно здесь очень качественно. Что по стилистике, что вообще по обработке слесарки. Вот так выглядит осевой узел, там видны две мощные шайбы с цвет мета. Латуневые, может, медные, не знаю даже. Вот это бонка, которая штифт, который отличает классический локбэк от триадлока. Для открывания здесь используется шайба, которая образует эмерсонский вейв. Если бы я сейчас был в джинсах, я бы вам показал, что нож, в общем-то, легко с кармана при вытаскивании с помощью этого крюка самооткрывается. И это добавляет, конечно, этому ножу плюс в его шарм, плюс в его харизму. Что меня всегда интересует в ножах, это хват. В этом ноже хват из тех, которые, в общем-то, не назвать универсальные. Хват здесь очень навязчивый, но он такой, что у вас не возникает ни малейшего сомнения в надежности этого хвата. Рукоять действительно с такой эргономикой, что я вот прям могу спокойно расслабить все пальцы и даже в какой-то мере вот покрутить нож и он не выпадает из рук. В этом есть что-то у этой эргономики такое, чего нет в большинстве других ножей. Ну, посмотрите просто на эти выемки, на эти упоры и для мизинца, и для большого пальца. То есть в любом направлении, в каком вы хотите поиздеваться над этим ножом, что вперед, что назад, невероятно крепко будет держаться Спартан в руке. Сверху на плашке под большой палец есть такая очень изящная насечка, как для этого ножа. Она настолько тут мелкая, что выглядит прямо, скажем, случайной.
Ну, в общем, не подстать такой рукояти и такой мощности вообще всего этого ножа. Вот, чтобы понимать всю мощь и брутальность Cold Steel Spartan, он в сравнении с двумя известными ножами, Spyderco Military, Spyderco Paramilitary. Military вообще для многих живьем кажется двуручным мечом. А вот по сравнению с Cold Steel Spartan, не такой уж это оказывается и крупный нож. Парамиля вообще выглядит какой-то ковырялочкой. Но при этом Спартан все-таки не страдает каким-то гигантизмом и излишней эпатажностью, которой страдают некоторые ножи от Cold Steel. Но за это мы их и любим. А Спартан все-таки хоть и крупный, хоть и очень харизматичный и необычный нож, но все-таки это по-прежнему вполне рабочий фолдер. Так что на удивление для самого себя могу сказать, что Спартан, в общем-то, мне приглянулся, конечно, в первую очередь своим духом и теми эмоциями, которые он рождает внутри. Еще бы, наверное, даже 5 лет назад я бы просто посмеялся с этого ножа. Сейчас же, как любой ножеман, я на каком-то новом этапе развития своей ножеманской болезни, и я готов признать, мне нравится та эмоция, которую Спартан рождает у меня внутри. Странное чувство. Берете этот нож в руку и хочется побежать и что-то делать. Я не знаю, что рубить, сечь, но что-то делать хочется. Это вот именно те ножи, которые побуждают сами вас находить для них работу. Cold Steel Spartan. До свидания. Побольше вам таких же ярких эмоций.